Добрий день, шановні телеглядачі! З вами передача «Ваше право». Професія моряка є однією з найстаріших у світі, а для півдня України вона є однією з найбільш розповсюджених. Втім, багато осіб, які хотіли б стати моряками, не знають, з чого почати. Для того, щоб розібратися, як стати моряком, як отримати відповідну освіту та як піти у море, ми запросили в студію гостя, виконавчого директора навчального центру фахівців морського транспорту Халопенка Володимира Анатолійовича. Добрий день. Дякуємо, що завітали. Якщо можна, перше питання. Як стати моряком? З чого почати? Чи необхідна для цього відповідна освіта? Дорогу треба пройти спочатку. Найбільш важливе – це бажання мати. Спеціального образування для, скажімо, робочих професій определенного перечня не требуется. Ну, к примеру, скажем, матрос, моторист, бортпроводник, судовой стюард, нет необходимости в каком-то специальном предварительном образовании. Достаточно полной загальной средней освиты. Вот что касается категории некоторых профессий других, которые востребованы на сегодняшний день на флоте, это обслуживающий персонал, скажем, повара, газоэлектросварщики, официанты, буфетчики. Там есть определенные ограничения. В каком плане? Значит, что определяет вообще вот этот уровень? Есть несколько документов. Это перечень, перелік професій, які в країні, це справочник, там, по-моєму, 2003-2010, останнє здання, і 67-й збірник кваліфікаційних характеристик професій морського транспорту. Вот, он определяет уровень образования, уровень профессиональной подготовки. Ну, первое, скажем, классификатор профессий. Он четко разграничивает повар и повар судовой, это две разных профессии. Скажем, то же самое газоэлектросварщик и газоэлектросварщик судовой, две разные профессии. Квалификационный справочник определяет требования. В требованиях указано, например, что вы можете стать поваром судовым. Ну, к примеру, в том случае, если вы имеете уже профессионально-техническое образование повара, ну, скажем, третьего разряда, либо четвертого, имеете стаж работы на предприятиях общественного питания 1 год, вот, прошли курсы повышения квалификации, либо переподготовки, тогда вы можете быть судовым поваром. А для окремих спеціальностей моряків, чи необхідна вища освіта? Да, для офіцерів, безусловно. Для Вищий командний склад? Да, ну, даже и младший команд, безусловно. То есть без этого разговора быть не может. В этом есть небольшая разница, скажем, с требованиями, которые предъявляют за границей. Например, ко мне обращались украинские граждане, работающие в Италии, которые хотели стать офицерами. Ну, там, например, при определенном цензе и небольших, не очень продолжительных, скажем, курсах, порядка 4 месяцев, вы уже можете стать вахтенным офицером. Вот, но это их специфика образования. Скажіть, будь ласка, а скільки в середньому триває навчання на морську професію? Я так розумію, спеціалізації безліч? Ну, почему? Специализации, да, профессий достаточно много, но все равно они ограничены. Все зависит от того, кем вы хотите быть. Но если вот упор делать, скажем, на рабочие профессии, то тут все зависит от конкретной профессии, от ее сложности, скажем так. Ну, на моториста 2-го класса срок обучения порядка 6 месяцев. На матроса 4,5. И если вы вот то, что мы говорили о поварах, к примеру, да, или о газоэлектросварщиках, вы имеете уже предварительную рабочую профессию, то там сроки обучаются, сроки, прошу прощения, сокращаются там до 1,5-2 месяцев. Почему? Потому что переподготовка не ставит своим смыслом, например, повара учить готовить. То есть его нужно просто адаптировать для работы на судне. Вот, то есть вот в этом смысл переподготовки. Чи правильно я розумію, що після отримання першочергової освіти, наприклад, на повара, через певний час необхідно оновити свої документи, тобто вони є строковими? Ну, тут є определена тонкость в этом деле. Тобто є конвенційні требования, СТСВ, конвенція, то есть она не определяет, например, эти профессии как конвенционные, требующие
обновление, скажем, знаний. Но наши нормативные документы государственные, они требуют, что каждый раз в 5 лет необходимо пройти небольшой курс топонования знаний. Вот, в дальнейшем опять подтверждается квалификация в государственных квалификационных комиссиях инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. И третий этап — это уже по получению международных подтверждений в дипломно-паспортных отделах капитанов портов. На сайті вашої компанії я прочитала, що навчальний центр фахівців морського транспорту є атестованою навчальною організацією. Да, це так. Що це означає для пересічного моряка? Це якість освіти? Так. В какой-то мере можно сказать так, но чтобы долго не объяснять, я просто зачитаю небольшой абзац из положения об аттестации профессионально-технических начальных закладов. Причем это было в 96 году подписано Кабмином. Аттестация є складовою системи державного контролю за якістю підготовки робітничих кадрів та службовців і спрямована на визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог стандартів. То есть аттестация говорит о том, что учебное заведение производит обучение по существующим в стране стандартам, и качество этого обучения отвечает требованиям страны. Тобто установа може видавати дипломи державного зразка? Ну, здесь дипломи я би так не сказав. Ситуація заключається від рівня аттестації того чи іншого учебного заведення. В профтехі существует два рівні. Перший і другий. Перший рівень – це курсова підготовка, скажімо. Второй – це більш високий. От, кстати, возвращаясь о професіях, які можна готовить. По законодательству нашої країни учебное заведение первого аттестационного уровня не может готовить такие разрядные профессии, как, скажем, повар, официант, буфетчик, газоэлектросварщик. То есть это право дается только учебным заведениям второго уровня аттестационного. Переподготовка и повышение квалификации – да. Поэтому вот здесь вот такой тонкий момент. Після проходження курсів для отримання відповідної морської професії, чи необхідно здавати якісь екзамени, в тому числі державні? Безусловно. Діло в тому, що розряд не може бути присвоєн просто так, і навіть це не можна назвати екзаменом. Це державна кваліфікаційна атестація, по результатам якої державна кваліфікаційна комісія учебного заведения вот присваивает либо разряд, либо класс. Вот, причем присвоены таким образом классы и разряды, обязательные для приема по территории всей страны нашей. То есть, это однозначно. Но морская специфика заключается в чем? Что вот наши национальное, скажем, законодательство регламентирует, что все морские профессии, будь то рядовые либо офицеры, должны раз в 5 лет проходить подтверждение своей квалификации. И есть вот при этом органе, который создан именно для этого, это инспекция по вопросам подготовки и дипломирования, вот, проходится каждых 5 лет подтверждение. Скажіть, будь ласка, підтверджувати свою кваліфікацію та повторно проходити курси перекваліфікації необхідно саме в тому навчальному закладі, в якому вони були вперше отримані, чи можна вибрати будь-який інший? Ні, ви знаєте, необхідності в цьому немає. Здесь важна одна така річ, то есть претендент либо слушатель, который хочет пройти пятилетнюю опять эту аттестацию, он должен обратить внимание на несколько вещей. Первое, самое главное, это то, что учебное заведение, в которое он хочет обратиться, скажем, ну, если повышение квалификации, имеет ли оно лицензию для такого рода деятельности, раз. Какие документы по результату выдаются, то есть государственного образца, либо не государственного. И самое главное, что это учебное заведение, которое выбирает слушатели, оно должно находиться в переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 78-го року з поправками та національним вимогам. Это с сайта інспекції. То есть є перечень учебних заведений,
которые периодически проверяются на сегодняшний день раз в два года, но в дальнейшем это будет раз в пять лет, подготовка в которых отвечает национальным стандартам и международным. А чи є, наприклад, в вашому центрі якісь програми лояльності для, скажімо так, постійних клієнтів моряків? Да, безусловно. Ну, всегда в любое учебное заведение, которое, особенно не государственной формы собственности, которое уважает своих слушателей и работает с перспективой, безусловно, имеет программы, связанные, например, с какими-то там финансовыми льготами, скажем, программы скидок и так далее, для тех, кто обращается вновь. То есть это постоянные наши клиенты, мы никогда их не оставляем. Но на сегодняшний день мы эту программу пересматриваем. Вот, то есть, ну, безусловно, льготы будут какие-то сохранены. Потому что на сегодняшний день мы, как и работали с самого начала основания компании, то есть все сироты обучаются у нас бесплатно, например. Это всегда так было, есть и останется. Якщо собі представити таку ситуацію, людина пройшла курси навчання, отримала відповідні сертифікати, здала державну атестацію, що робити далі? Чи цього достатньо для того, щоб піти у море? Або ще необхідні якісь документи та процедури? Знаете, очень интересный момент. Да, ну, наша, скажем так, нормативная база определяет такой многоэтапный уровень прохождения этих документов. То есть сначала слушатель где-то занимается и получает профессиональное образование в лицензированном учебном заведении. После этого, еще предварительно, кстати, вот необходимо, обязательно это для тех, для всех тех, кто собирается связать свою жизнь с морем, это медицина. То есть необходимо проверить, может ли слушатель, то есть это должно быть интересно для самого слушателя, может ли он вообще быть моряком. Потому что вот конвенция определила минимальные стандарты к здоровью для тех, кто собирается идти на флот. Вот они прописаны, и с 1 июля это вступает уже в силу, в принципе, это уже работает. Здесь важно четко понимать одну вещь, что не всякое и не любое медицинское учреждение может провести такого рода оценку. То есть это специально лицензированные медицинские учреждения Министерством здравоохранения. Вот, причем есть определенный список тех, кто может это делать, вплоть до персонального списка врачей. Тобто поряд зі списком установ, яких можна пройти навчання, так, є список установ, медичних установ, яких можна пройти. Вот, то есть после этого необходимо, после получения этого документа об образовании государственного образца, подтвердить свою квалификацию в, опять же, в государственных квалификационных комиссиях, потому что тут вот, скажем так, игра слов, потому что есть одна квалификационная комиссия при присвоении разряда, вторая при подтверждении. И после этого, при наличии всех составляющих, то есть определенного ценза рабочего, скажем, на берегу там год для поваров, например, матросы первого класса, там 9 месяцев в море в должности матроса второго класса. Вот, то есть по результатам получается протокол, и уже как результат капитан порта выписывает уже, скажем так, международное подтверждение к этим документам, которые дают право трудоустраиваться. Ну, здесь... А что такое, я перепрошу, плавничий ценз, або чи це є необхідним? Да. Дело в том, что здесь необходимо четко понимать еще одну вещь, что международные стандарты, скажем, образовательные, вот морские, продвижение вперед там по службе, они определяются практикой. То есть во главу угла ставится, помимо знаний и прохождения курсов, практическая демонстрация, то есть практические знания. Поэтому у них впереди с, скажем, там, курсами повышения квалификации, и даже на первом месте идет плавательный ценз. То есть вы можете повысить, к примеру, свою квалификацию, имея определенный плавательный ценз. То есть сначала плавательный ценз, то есть вы плаваете в какой-то должности, скажем, до этого, и если этого ценза достаточно, вы тогда можете повышать, допустим, свою квалификацию. То есть они несколько иначе строят. Морська професія у мене особисто, та я думаю, у багатьох людей асоціюється в основному з чоловічою статею. А чи може жінка стати моряком або морячкою? Да, безусловно. Ви знаєте, ну здесь є определенний, скажем, дисбаланс між видінням
мирового сообщества на эту проблему и, скажем, нашими национальными требованиями. Ну вот, последняя в Маниле была принята поправка. Сейчас я вам ее буквально дословно постараюсь прочитать. Ну вот, это резолюция номер 14, «Сприяние участия женок в морской галузи». Так вот, конференция, участники конференции пропонуют урядам. Перше, приділяти особливу увагу питанню забезпечення рівного доступу чоловіків та жінок до роботи в усіх секторах морської галузі. А також, друге, надавати великого значення ролі жінок морської професії та сприяти їхній більшій широкій участі в морській підготовці та роботі на всіх рівнях морської галузі. Тобто, мирове сообщество поощряє участие жінок, причому на любых уровнях, в морской отрасли. Но наше законодательство достаточно жестко относится к, скажем так, здоровью несовершеннолетних и женщин в том числе. У нас есть перечень профессий, по которым женщины не могут работать. То есть, например, работа в шахте, в море, в машинном отделении и так далее. То есть, да, в качестве обслуживающего персонала, безусловно. Причем, вы знаете, это парадокс. То есть, вот девушка может поступить в высшее учебное заведение морское и в перспективе стать капитаном, но матросом она не может. Це дуже цікаво. Да, це дуже скажіть, будь ласка, я думаю, це питання актуальне для більшості наших телеглядачів, які бажають стати моряками. Скільки в середньому коштують курси для отримання морської спеціальності? Ну, можливо, на прикладі вашого її установи. Да, я можу сказати непосредственно о нашому центрі, то есть любое учебное заведение, скажем, особенно не государственной формы собственности, вот, имеет определенные, скажем так, процедуру исчисления. Почему? Потому что, ну, зависит там это от аренды, может зависеть там и так далее, от многих составляющих, цена вопроса. Вот. Ну, в первую очередь, цена вопроса обучения зависит от продолжительности, то есть профессия, да, и продолжительность обучения. Ну, что вот, скажем, переподготовка может проходить полтора месяца, скажем, а полный курс обучения моториста второго класса, то есть нуля подготовка, это 6 месяцев. Вот, и отсюда и цены плавают. То есть наши, все наши цены выложены на сайте, мы ни от кого это не скрываем, и цены, если мы меняем, то есть на сайте это все сразу можно видно. С этим ознакомиться? Да, цена, безусловно. Цена вопроса колеблется от 950 гривен, где-то, ну, 3550, это 6 месяцев моторист второго класса. Ну, а там в зависимости, то есть я крайние рамки сказал. Потому что то, что, допустим, в середине, это может стоить меньше, безусловно. Людина, яка отримала свідоцтво, пройшла атестацію, що їй необхідно, щоб піти у море? Як знайти того судновласника, який її візьме на роботу? Це хороший вопрос, достатньо цікавий. В том плане, что вот мы возвращаемся к началу разговора нашего, да, то есть кто какие цели и задачи ставит перед собой, безусловно. Работа в море – это тяжелый труд, сопряженный с большим количеством опасностей, но достойно оплачивается. Вот. И я вам приведу только вообще вот интерес Украины, скажем, к этой проблеме, к этому виду трудоустройства. Вот не так давно, это было в Киеве 18 числа прошлого месяца, приводились официальная статистика, ее приводила инспекция по вопросам подготовки и дипломирования о количестве моряков у нас в стране, ну, то есть не просто, а дипломированных. Станом на серпень 2012 року чинні українські дипломи командного складу морських суден мають понад 77 тисяч моряків. Свідоцтво членів суднової команди – понад 134 тисячі. То есть, вот, ну, на круг, считайте, 200 тысяч у нас моряков дипломированных. Но ситуация какова? То есть, вот то, опять же, с чего начали, имея документы. Имея документы, это в руках, это не гарантия того, что вы сможете трудоустроиться. Вопрос в том, что стоит за этими документами. Если стоят, скажем, знания, да, безусловно. Если документы приобретены по совету друзей, ну, вывод вы делаете сами. Судовладелец иностранный бездельников держать не хочет, ему нужны специалисты. Дякуємо вам.
Отже, сьогодні ми спілкувалися про те, як отримати морську професію та як піти у море. Маємо надію, що всім зацікавленим сьогоднішня зустріч стане у нагоді. До нових зустрічей!